Здравствуйте, меня зовут Карина Алиференко, мне 26 лет, и я являюсь ведущим педагогом детской школы балета «Лил Балерин» второго филиала в городе Тюмень. Я буду говорить от имени руководителей нашей школы Елиной Ольги Дмитриевны и Киркач Светланы Владимировны. Сегодня, 12 августа, состоялось открытие нашей школы. Мы выбрали для себя тариф «Инвестор». С момента подписания договора до момента открытия у нас ушло 3 месяца. Планы на развитие школы у нас грандиозные. Так сложилось, что сотрудники и руководство нашей школы с детства увлечены искусством танца. Благодаря подробному, пошаговому руководству мы смогли грамотно реализовать проект у себя в городе. Почему именно балет? На наш взгляд, балет является самым прекрасным видом искусства и играет важную роль в эстетическом воспитании детей. Что понравилось в идее школы «Лил Балерин»? Прекрасный эстетический подход и грамотно изложенное руководство в продвижении и развитии школы. Мы хотели бы выразить огромную благодарность создателям школы «Лил Балерин» за такую прекрасную идею и пожелать вам успехов и процветания. А также хотелось бы пожелать нашим коллегам, уже существующим и будущим, огромного карьерного роста.